К другим темам. Минимальное пособие по безработице выросло почти втрое. Теперь оно составляет 5400 рублей. Первая выплата будет рассчитываться с учетом дня постановки на учет. Далее необходимо проходить перерегистрацию. Согласно изменениям в законодательстве, максимальное пособие в течение 3 месяцев смогут получать и индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность после 1 марта. Также расширено действие детских выплат. Граждане, которые потеряли работу практически, ну, то есть все могут рассчитывать на выплату, так скажем, детских, если можно назвать выплату на детей в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, но одному из родителей. То есть теперь, неважно, то есть раньше до этого у нас постановление было тот, кто уволен с 1 марта, теперь распространяется это действие на всех. Между тем, численность безработных в регионе продолжает расти. На сегодняшний день в округе зарегистрировано почти 4000 нетрудоустроенных. По Иркутской области уровень безработицы составляет 3,3%, а это примерно 40 тысяч человек.